Строительство автомобильного моста через реку Есиль стартовало в столице. Новое сооружение позволит связать районы, прилегающие к проспекту Тәуелсіздік, с левым берегом Нур-Султана. Важный для мегаполиса объект планируют завершить к 2023 году. Развитие столицы не стоит на месте. Ежегодно в Нур-Султане появляются новые объекты. Растет население, значит и нагрузка на автомагистрали. В конечном итоге это приводит к заторам на дорогах в час и пик. В Акимате уверены, частично решить проблему позволит еще один мост. Мост будет состоять из железобетонных конструкций с 8-полосным движением. Полная длина пролетного строения составит 286 метров. Ведутся подготовительные работы, а именно отсыпка русла реки, пересадка зеленых насаждений, попадающих в границы строительства, а также демонтажные работы на набережной. Чаще всего столичные автолюбители жалуются на пробки по проспекту Мәңгілік-ел. По словам чиновников, после ввода в эксплуатацию нового моста нагрузка именно на эту улицу снизится на 20%. Данный мост разгрузит транспортный поток правого и левого берега, в частности района нового железнодорожного вокзала, мечети Хазрет Султан, проспекта Хошхарбаева, улица Нажмеденова, Байтурсынова, Курдай, Айнаколь, проспекта Момышлы с левобережьем. Завершить строительство моста планируется к 2023 году. Кроме того, в столице идут работы по возведению переправы по проспекту Улы-Дала, что также должно сказаться на разгрузке Мәңгілік-ель и ряда других улиц города. Ранее для увеличения пропускной способности дорог в городе запустили автобусные полосы. Кроме того, в Акимате работают и над строительством новых транспортных развязок. Алишер Накипов, Жандос Султангазы, Хабар 24.